Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня мы сделаем своими руками такую вот небольшую мини-студию, где-нибудь вот тут. Поставим тут стеночку какую-нибудь такую красненькую, стульчик тут поставим, ну и перед камерой будем так заниматься всем этим делом. Давайте, пожалуй, начнем сбор. Первым делом мы возьмем стенку. В качестве стенки у нас пускай будет вот этот мат с квартиры. Вот так. Там есть с одной стороны синий, есть с одной стороны красный. Давайте возьмем красный цвет и перетащим его сюда. И давайте ее поставим вот где-то вот здесь. Получилось. Теперь давайте небольшое дополнение сюда поставим. Для дополнения возьмем спортивный коврик небольшой. Фу, током бьется. С серой стороной. И с красной стороной мы возьмем серой стороной. И давайте просунем ее туда. Вот так вот ее вставим. Вот тут. Давай, иди сюда. Тихо, падает. Чтобы не падало, ее надо диван обратно прижать к дивану. Прижмем ее диваном и поправим. Поправим чуть-чуть. Так вот поровнее сделаем. И уберем грязь. Грязь нам тут точно не нужна. Теперь нам понадобится то, где мы будем сидеть. Ну тут, в принципе, думать не нужно. Тут можно любой стульчик поставить. Давайте поставим сюда стульчик. Так, ну тут грязь, конечно. Надо протереть. Где же тут тряпка? Сойдет. Теперь нам понадобится какой-нибудь экранчик. Ну как экранчик? Давайте просто картинку сюда поставим. Где-то вот тут. Ее можно, в принципе, без проблем напечатать на принтере. Вот картинка, которую мы привесим. Я ее только что напечатал на принтере. Такая вот картинка. Ну, цветного принтера нету, поэтому черно-белая у нас будет. Теперь, чтобы ее закрепить, мы возьмем вот такие вот булавки. Давайте возьмем две вот таких вот и вставим по краям их вот так вот. Как-то вот так вот по краям. Вот так вот вставляем и все, ее можно без проблем крепить. Теперь давайте вставим нашу картинку поровнее как-нибудь. Где-нибудь как-то вот так вот ее поставим. Так, вот они покосились тут немного, эти булавки. Надо их вытащить. И вставить обратно. О, это вообще покосилось сильно очень. О, красота. Красота, ничего тут не скажешь. Вот такая вот студия. Теперь я вам покажу с другой камеры, как выглядит камера, на которую это все снимается. Вот я сейчас запустил с мобильного телефона. Господи, Drag Racer по улицам едут. И вот наша камера. Это камера со на штативе стоит.
И давайте поставим ее как-нибудь так, чтобы особого охвата не было. Так, как бы ее тут поставить? Стенка немного кривовато стоит. Давайте поправим. Тут поровнее поставить ее. Вот так. Красота будет. Сейчас поставим так, чтобы... Во. И как при монтаже будем просто кодировать. Вот так вот, в принципе, и получилось у нас. Вот такая вот у нас студия получилась. Небольшая. Так вот, получилось некоторое видео, которое, ну, о чем-то это я рассказывать буду, мы будем записывать тут. Ну что ж, а на этом, пожалуй, все. Сегодняшний вопросов по конкурсу сегодня не будет. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на запасной канал Лумазы и вступайте в нашу группу ВКонтакте. Ну, я не настаиваю. Всем пока. С вами был Максим Мазин.